Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Ирина, любительница кукол, и сегодня небольшой обзор о Барби, которые появились у меня за последнее время. И первое – это Fashionistas, номер 127, с молдом Годес, кореглазая, темноволосая, волосы волнистые, на теле кёве, пухля. Ну, здесь она уже, конечно, пересажена на тело Made to Move, но, тем не менее, она была на теле кюви, обе руки у нее были опущены вниз, а здесь она уже имеет артикуляцию. Вот такое покроя свободного очень платья на ней, платье-рубашка с красивой надписью блестящей, разноцветными рукавами, розовым и мятным, и сиреневым цветом в основе своей. Белые на маленьком каблучке у нее полусапушки. Ну, сумки у нее никакой не было, это уже моя идея. У нее были очки в виде сердечек. Очень светлый скинтон, и поэтому она на юге рыжий, с молдом Нейса, на пухле. Очень хорошо подходит. Макияжа практически нету, даже румян, розовые, бледные, нюдовые, даже можно сказать, губы и карие яркие глаза. Она брюнетка. Следующий — это вот такой мальчик, номер 162. Примечателен он своей прошитой макушкой. Вот видите, как хорошо тут все прошито, кудрявенько, мило, замечательно. Но мальчик лишен всяческой артикуляции. Голова не шевелится ни налево, ни направо, ни вперед, ни назад. Только поворачивается в стороны. Ручки не разводятся даже хорошо в стороны. Вот. А, нет, разводятся все-таки. Но с трудом. Еще. Во. Разводятся с трудом в стороны. Ноги очень на небольшое расстояние. Ну и вперед-назад. И ручки, и ножки. То есть такой мальчик Буратино. Ну, одежда симпатичная. Я бы назвала это, конечно, такой пижамкой. На мой взгляд, такие шортики трикотажные. И футболочка сзади полностью на липучке. Сшит прекрасно. И мне очень нравятся желтые кроссовки. Выглядит очень замечательно. Руки прямо, молд симпатичный. Следующее — это мило вздыхающая йога с интерактивной функцией, с музыкой и вздохами. Очень красиво вздыхает. Мне очень нравится. Итак, у нее три функции. Каждый раз нажимаешь, она вздыхает с разной интенсивностью. И светится у нее тут облачко. Кукла с молдом Миле. Очень традиционная. Единственное, что в ней есть примечательного, кроме этих прекрасных вздыханий, это то, что руки у нее с обычным молдом, как у бывших фашинисток артикулированных, прекрасные локоточки и милая ладонь. И ножки у нее йоговские. Полная подвижность. Щиколотки подвижные. И колено имеет большую подвижность. И одежда вот такая, с облачками у нее. Леггинсы трикотажные и футболочка. А мыть ее купать нельзя, потому что там у нее есть интерактивная функция.
Ну, лопаточка. Я балдею от ее вздыханий. Очень симпатичная. И что интересно, у нее не пиксельные глаза. Очень яркие, четкие. И даже, можно сказать, что ровные. Ну и в этой части еще про фею. И это фея из серии Dreamtopia с мудом Дая, каштановыми волосами. Прекрасная прошивка, густые волосы. Очень хорошо она подходит для йоги пучка, для пересадки на эту йогу. Лицо очень симпатичное. И я решила, что она у меня больше феей не будет, а будет просто девушкой, живущей в мире Барби. Я думаю, что первая часть закончится, а то будет очень длинное видео. Большое вам спасибо за внимание. Желаю вам творческих успехов, красивых куколок. Продолжение следует.